Я же опять пришла в этот мир. Просто какой костюм. Всем привет, ребята. Как ваше настроение? Ну это Ася! Эй! Я как раз сейчас его немножко испорчу. У меня грустная песня, кстати. Да, это мой парень. Давайте попробуем. Потому что я хочу денег. Ну давай, они очень хорошие. Они тебя ждали. Мы тебя оставляем. Ты русские песни принесла, да? Да, будьте с фонариком, может, стоять. Будем, да. И теперь чужая невеста. И стойку мне, можно микрофон? Можно есть стойку? А мне? На стойку. Стойку у нас тоже уже. Приходите на мой стендап. Пока. Ася, дайте шоу! Привет, друзья. Сегодня настроение какое-то лирическое. Хочется вас настроить... Ну, вот на какие-то раздумья более высокие. Хочется подумать о жизни. Хочется, чтобы во время исполнения этой песни у вас проснулся какой-то свет. Вам захотелось быть самым счастливым человеком, потому что иногда бывает так, что сложно, и не знаешь, как разжечь в себе этот огонечек. И вот сейчас я надеюсь, что мы с вами как-то справимся, потому что меня тоже нормально так накрыло этот коридор затмений. Поехали! Сереж, ты готов? Она ждет никого, никому не случайно. Она жива.
славненькая, да, Лариса? Да, попробуем сейчас про гитару, может, с ребятами вместе, я уже слышала, они репетировали. Начни хотеть!